Ой, что, стоп, смотрите, вот это фокус. Это мы просто к видосики заснимем. Да, Давай да, пока. вот так вот мы снимаем видосики. Вот так вот. Именно вот так. Как лохи какие-то, блядь. Давай. Я просто себе нормальный комп не могу купить, поэтому и мы Давай. снимаем как. Давай. Ебать, я про. Давай. Давай, бей. Блин, страдаю. Пацаны, если мы, допустим, пистолета. Если я, допустим, умираю, то мне должны 3 подзатыльника дать. Ну, допустим, если такое задание выпадет. Лего Чил Студио, мой второй канал. Ссылка в описании. На нем ты увидишь Лего Вторую мировую войну, Лего анимацию, как сделать Лего кастомную фигурку, а также как сделать определенные аксессуары для вашей Лего фигурки. Ну что, всем привет, друзья, еще раз, и сейчас мы продолжаем, как я понял, мы сейчас будем играть в Колесо Фортуны. А я сейчас пистолетом. Мне уже выпало, это вот... Тебе надо на бегу играть, а мне пистолетом. Мне, да, на бегу стрелять, я не могу никак не присаживаться, никак не прыгать, я тупо должен бежать. Мне самый имбовый челлендж, мне тупо надо играть с пистолетом. Ага, то есть мне надо тупо бежать, а если я должен тупо бежать, то это сложно. Мне опять надо... Ой, как лагай, лагай, лагай. Вот так. Кстати, у меня уже нет переключений. Так, смотри, это самый жесткий челлендж. Пацаны, если мы, допустим, если я, допустим, умираю, то мне должны 3 подзатыльника дать. Ну, допустим, если такое задание выпадет. Да, да, да. Это пипец жестко. Я еще ни разу не умер. Ну, думаю, сегодня мы пройдем половину из этих заданий на следующий ролик, если вам зайдет этот ролик. Да, а если не зайдет, то вы достали. Сделайте так, чтобы он зашел, потому что мне это интересная тема. И поэтому подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. А когда еще напоминаю, я напоминаю, что когда будет 200 подписчиков, Никита, собственно, лично согласится, чтоб я спалил его. Алло, я не соглашусь. Я спалю его, естественно, номер. А, я сейчас нарушил правила челленджа, я играл с Юмпа 90. Как это называется? Юмпи 45. Давно не захотел сказать. Что? Очень давно не заходил. И поэтому играть так, я буду как рак. Так, так. Потому что когда не заходишь в стандофф, то ты лох. А если еще тогда больше... такой путь. Смотри, давай, я уже минуту, больше минуты мы проиграл. Давай еще раз будем крутить колесо фортуны. Короче, если что, то я вставлю этот фрагмент там, где его избиваю. Ой, стоп, смотрите, вот это фокус. Это мы просто к видосики заснимем. Да, давай, да, пока. Вот так вот мы снимаем видосики. Вот так вот. Именно вот так. Как лохи какие-то, блядь. Давай. Я просто себе нормальный комп не могу купить, поэтому и мы... Давай. Давай! Батя про. Давай! Давай, бей! Блин, страдаю! Нет, меня не убьют! Я не хочу опять получать подзатыльник. Знаешь, это мотивация стараться и поднять свой КД немножко. И да и монеток получить. Говно! А я монеток же буду получать за это? Возможно. По-моему, да, и плюс курок. Ой, я хэд. Навла буду. А за хедшоты что-то дается? Все, так, уже. Лучше все уже... валите с них базы, пожалуйста. Все, уже минута прошла, давай какой следующий. Так, за каждый промах, это тебе, только хедшот. Только хедшот. А у тебя только хедшот. Пацаны, если хотите посмотреть его версию челленджа... Только уже один хед сделан. Мы очень старались... Я только хедшоты делал, как я и говорил. Я хедшоты делал, видите? Ну он хедшотер вообще нафиг. Опа! Это было мощно, пацаны, видели? Тупо по ногам стрелял и попал. Вот так вот гиперкотлетки. Будут всякие гиперкотлетки. Сорян, но если что, то это кэш плюс я, а надо только, чтоб я убил. Вау! Пацаны, это просто жесть. Я разношу. Это мотивация, уже мотивация. Так, попади в башку. Опять подзатыльник. Подзатыльник. А, я не... Подзатыльник. Ау. Как он умудряется играть и при этом давать мне подзатыльники? Опять хэд дал. Я, кстати, один раз хэдшот не дал. И что мне будет за это? Сколько уже минута почти прошла, у меня 13 секунд. Думаю, вам не будет интересно смотреть на постоянно одно и то же. Все, дальше какой челлендж? Так, только крыша. А тут у меня только хэдшот. А я на крышу не могу играть глоком. Играть глоком. Только крыша, я не могу залезть. А у меня тварь. Ну
чё, гиперкотик? Говно, собак! Я убил гиперкотлетку. Я кэш сделал, гипер... Спасибо тебе, братан, мне эта гиперкотлетка заеб... Ты она завалила? Ну, да? Я выжил. Ай, ладно, не буду так. Ох, нифига себе, кстати, смотри, я... Смотри, СКР-12. Я тут стою на центре, меня никто не убивает. Крутой, блин. Гиперкотлетка меня опять убила. А я тут так, стою. Так, ладно, у меня еще... Аллилуйя, русские не следующий сдаются. Следующий челлендж. Минута прошла, давай дальше. Следующий челлендж за каждый так. Только хочу... У тебя играть с глоком и челлендж сидит. Я уже... А у меня играть Гош, с глоком? Пацаны, играем только с ножом. А у меня играть с глоком, да? Да. А, нет, у тебя челлендж... Играть с пистолетом. У тебя челлендж... играть... Только крыша. Нет, подожди, у тебя челлендж... Да, только... Только хедшот. У меня только уже... хедшот. Я ты уже... можешь слезать со своей долбанной крыши. Я уже сделал челлендж только хедшот, теперь у меня челлендж давай, только крыша. Опа, это килл бомб, мадафака. Мне чисто... Опа, пацаны, я с ножа, вы видели, как круто залетел с ножа? Вау, с ножа, пацаны, просто крысерство. Нож это имба, пацаны, я с этого ролика. Да ты досталь, вонючая котлетка, кибер. Да блин, это гиперкотлетка, не дает гипер, мне ее кибер, с ножа. Вот, ты его убил, блин, я хочу... Ну, с ножа это довольно сложно играть. Три, три, ту, ван. Все, короче, минута прошла. Всё, нет, еще не прошла. Повторяем челлендж. Минута еще не прошла. У меня прошла. Моя минута. Твоя минута, собственно, да? Сам себе придумал. Сам минуту. Себе купил. Сам себе купил минуту. Время. Вы поняли, да? То, что я хотела изъяснить. Все понятно объяснил, мне кажется. Так. Так, давай повторный челлендж у меня идет. Давай я сыграю тогда с глоком. Пацаны. Вот, пошлость. Не без присадки. Окей, давай. Ух, ни хрена себе, вот эта карта открывается. Easy kill. Все, теперь я. Всем привет, всем привет. Я ж даже не сильно. О, нифига себе, уже все, игра закончена. Мне ноль, ни хрена. Подожди, мы одни еще... смерти, одни. Only смерти, как так быстро мы все сдохли. Ай-яй-яй, так. На какой карте выбирай? А, стоп. У меня одна смерть, у меня минус один. У меня минус один. А где минус один ЧД? Я вообще не играл. А у него сколько? А вообще киберкотлета. Киберкотлета. Кэш. А у тебя две смерти, лох. Снять ролик. Ты издеваешься? Глазами Никиты. Да. Я выложу на свой канал этот видосик. И он тоже, надеюсь. Его лицо будет видно. Когда-нибудь. Ну, точнее, в этом ролике, потому что ему придется, ну, блядь, что ему там придется делать? Нож играть за каждый... Да ему вообще лицо ни сегодня не придется показывать. Ну, вообще, пацаны, извините, челленджи такие, ну, уж не обессудьте. Если бы ему подзатыльники выпали, я бы спалил его. Просто ему везет, он хрен, блин, собачий. Ему вообще постоянно везет. Хрен, блин, собачий, может. Хрен, блин, собачий. Хрен, блин, собачий. Всем пока, с вами был Том, то есть я. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что хотели видеть на моем канале. Ссылка на кашу в описании. Пока.